Всем доброе утро! Сегодня у нас 9 июня, и мы сделали Walmart Pickup в магазине. Я заказала некоторые вещи, которые я просто, ну, в прошлом видео не получилось у меня их заказать, потому что их не было в магазине или в Амазоне. Я взяла вот такие вот салфетки. Да? Правда, это Walmart-овский бренд, но люди все равно эту штуку покупают. Я смотрю, отзывы тоже неплохие. Стоит на 11 с копейками, а этот самый Amazon Basics, такие салфетки, они стоят 13 с копейками. Так что эти немножко дешевле, но все равно здесь 4 штуки. Это неплохо, очень хорошо. Протирать просто поверхность всего. И мы, друзья, сейчас едем. Я прям для вас снимаю. Везем еще груз этот. Из прошлого видео все то же самое, день, то же самый груз. Разгрузка 10 числа в Джорджии. Так, это я взяла куриная такая домашний стайл подливка, уже готовая. Так, это для мультиварки, потому что я хочу сделать с ней желудки и сердечки. Я взяла две упаковки вот таких вот желудочек, они называются chicken gizzards. Стоит 2,15. $2.15. Очень вкусно. Вообще, я раньше не знала. Американцы очень любят это блюдо. Желудки в ресторане тоже подают. Я очень тоже люблю. А это вот стоит $2.08, так? Окей. Хочу их просто обжарить с луком, с морковью, может быть, залить вот это вот, потушить в мультиварке, и получится подливка к пюре просто. Так, потом я взяла стиральный порошок Purex. У меня на iPad было $2 кэшбэк на него. Я не помню, сколько он стоит. По-моему, 9 с копейками. Он вот такой вот, 70 штучек, таких вот упаковочек стирать, так? Потом я взяла упаковку вот таких вот сосисок. Я буду снимать пленку с них, они уже готовые. Добавлю рис, лук, еще что-то, морковь. И сделаю тушеные маленькие перчики. Крокбате, в мультиварке. Очень вкусно. Вот такие вот маленькие перчики. Так. Так, что я здесь еще взяла? 2 огурца. Тоже скидка была на шоколадные такие эти самые сырки. Они 4 с копейками стоят. $1.25 на них ап. Очень вкусненькие. Здесь тоже у меня кэшбэк. $1.25 ап. Они 6 с копейками. Это салфетки для сушки белья. Они $4 чем-то стоили. Я уже не помню, сколько кэшбэк на них тоже. Так, это такие булочки к чаю. Очень вкусные, с шоколадом.
взяла я еще чеснок. Доллар с чем-то он стоит. 3 штучки только. Такой, так. Хлеб. И 2 упаковки вот такой вот готовой еды. Рис, брокколи и биф. Говядина. Все, друзья. Хочу вам показать, сколько я заработала за эту покупку, вот которая, да, была последняя, вот 9 июня. Мне вернули кэшбэк $4.25. Вот весь ресит очень огромный был. И в итоге у меня вот собралось $15.45. Очень неплохо. Так, а мы, друзья, все дальше едем. Время обеда. И вот такое вот я сегодня буду готовить. Так, это у нас будет просто рис с имбирем, с брокколи и говядиной. Очень вкусно, я люблю такое покупать очень часто. Вот так оно выглядит. 4 минуты в микроволновке и дополнительно потом после, как размешать, нужно 1 минуту с половиной еще прогреть, и все. Вот мы и приехали. Сейчас у нас уже 9 час. Вот в этом вот здании Get Fruity кафе. Там стоит Amazon ящик. Вот где синими буквами написано. Он еще закрыт. И надо будет туда зайти и забрать посылочки. Здесь очень много различных магазинов. Плаза очень большая такая. И что вы думаете? Пришла я. Думала, в 10 часов. Вот часы рабочие. В 10 часов откроется. В кафе там стоит ящик. А здесь такая записка, что извините за неудобство. В понедельник мы будем закрыты. Блин. Вот часы расписания. И это самое. Все, короче, надо будет перезаказывать на другое время, на другое место. Не получилось у меня забрать. И одна еще вещь там, ну, салфетки для Ваньки, это матблок, короче, вещи какие-то. И эти самые. Еще что-то. Они пытались вчера сделать доставку, но так как кафе закрылось, оно закрывается в 4:30, а получается, Амазон сюда приехал в 7 часов вечера и не смог сделать доставку, уже было закрыто. Этот ящик. Ой, мэн. Короче, надо будет мне сделать перезаказ. И все. Я еще там заказала русских конфет, халвы всякой. Ай-яй-яй. Очень жалко. Ладно, друзья, поедем мы на Атланта, Джорджия сейчас. И будем искать груз. Дальше ждать. Так что вот такие вот дела. Видели, друзья, расписание было до 8 часов, да, а Amazon, я позвонила в Customer Service, он сказал, что кафе работает до 4:30, получается, и... Информацию не испортит, что они все не работают.
И человек, который развозит это самое, ну, не смог он доставить, потому что я не знаю почему. Короче, мы как-то тоже так вот ездили, это самое, развозили посылки, тоже была такая штука, что не могли доставить или еще что-то. Очень много таких было моментов. Вот видите, до 8 часов работает, с 10 до 8. А позвонила в customer service, и они говорят, что до 4:30 только. Очень странно. Ай-яй-яй. Ладно, ничего. Можно перезаказать, и все можно снова получить. Еще это первый раз такое. Никогда не было проблем, чтобы это самое, не забрать что-то. Так, еще? А? Что? Переправим, что они не работают. Так, и заехали тут рядышком, вот здесь прям сразу. Магазин такой Goodwill. Вот и называется это Second Hand. Здесь Donation. Кто не знает, мы сюда отвозим вещи, которые нам не нужны. Всегда отдаем. У нас сломалась кофеварка. Не сломалась, она просто уже такая использованная. И мы ее, короче, хотим сдать. Это Керик. И мы вот сюда ее сдали. Здесь очень хороший магазин. Вот, я люблю здесь иногда заходить, что-то смотреть. Там очень интересные вещи есть, такие, которые нельзя найти, допустим, в магазинах других. Антикварные. Очень интересные. Сейчас мы заедем в наш любимый. Не хочу я твой Макдональдс. Прошу Васю остаться, чтобы забрать эту посылку. Ну, один день хотя бы уже. Ну, как это так? Там для телефона мне эта штучка нужна, и для планшета. Может, и халва. Две штучки себе купить, но мы же работаем. Вообще, то есть договориться о чем-то очень сложно с человеком. Очень теплая сегодня погода. Вон Ванька дышит через окно. Вася, смешно, мне не смешно. И что вы думаете, надо снова перезаказывать на другой адрес? Я растратила $111, понимаете? Сейчас это нужно ждать, чтобы все вернулось. Ну, это, конечно, без проблем, они быстро все возвращают, но просто не хочется ждать. Надо, хочется быстрее забрать уже и все. Вот я вам немножко покажу Джорджию. Как здесь еще выглядит. Сейчас мы заедем в Макдональдс. Вот здесь прям через дорогу. От места, где мы сейчас были, в магазин Goodwill. Вот кому интересно, есть денталовский офис, я его сама не знаю, но реклама говорит, у кого нет инсуренса, бесплатный экзем и X-ray, а все остальное очень дорого, скорее всего. Так, ну ладно, пойдем еще сюда и закажем что-то покушать, кофе какой-нибудь. Так что так. Я заказала, друзья, овсянку с яблочками. Я здесь ее очень люблю. Блинчики только. Без яичка, без ничего я заказала. И кофе. И вон там мы сейчас были через дорогу. Вот там сдавали мы вещи, вот эти все маленькие магазинчики, видите? Вот там.
Окей, заехали сюда. Настроение у меня улучшилось. Все. Покушали вкусненько. И ничего страшного, я потом буду заказывать. Это самый заказ. Окей. Вот, друзья, сколько мы заплатили? $18. Да, овсянка стоит 2,79 здесь в Джорджио. Блинчики 4,29. Васин бутерброд 5,39. Сасич эгг чиз бейгл. Это такая булочка очень вкусная. И, друзья, мы всегда используем такое приложение McDonald's Rewards App. Это самое. Ну, там скапливаются тоже поинты. Да. И скидки. Да, там очень большие скидки. Получается. Сегодня оно не сработало. Сегодня просто не наш день какой-то. А так обычно можно бесплатно кофе взять или какой-то бутерброд второй дополнительный или еще что-то. Очень-очень выгодно и очень удобно. Если вы очень часто покупаете Макдональдс, то у вас набираются поинты. Вася здесь мои видео прокручивает. Так. А я буду кушать. Все, мы уже пришли в машину, позавтракали. Слава богу, что мне не пришлось готовить сегодня. Мой муж меня спас. Это самое. Наверное, в следующем видео, друзья, вы увидите тогда, что я снова заказала. Снова вам покажу. А сейчас мы будем ехать к большому городу Атланта, Джорджия, чтобы взять круз. Потому что здесь вряд ли нам могут дать. Городок очень, ну, небольшой, маленький такой. На улице 97 градусов. Очень тепло. Вот я вам покажу сейчас, видите? 97. Около 33 градусов по Цельсию. Да, это около 33 по Цельсию. Все, мы выезжаем. Далеко от океана Атлантического. Там Вася. Все, друзья, всем пока!